две банкноты лежат. Да, одна банкнота 100 долларов, вторая банкнота 10 тысяч тенге. Они лежат на боевой поверхности 3 января. Снимается специально широкоформатно для переезда это денежный поток. Ну, действительно, ну, это денежный поток. Почему? Ну, 100 долларов они получены как выплата с YouTube, 10 тысяч тенге с другого источника дохода. Да? Поэтому вот YouTube платит долларами, да? Поэтому вот так получается.